господа, командир корабля и экипаж от имени нашего авиапредприятия рады приветствовать вас на борту самолета ЛП-2012. В целях безопасности нашего полета просим использовать видеокамеры и фотоаппаратуру во время взлетов и снижения самолета. Пристегните ремни. Мы взлетаем. Полная свобода, чувство ритма и походка острая, как бритва. В каждом для кого страшна рутина. Есть немного корасон латина. О, в этом трудно признаться, как мне легко от земли отрываться. Совершенству нет предела, а в любви душа важнее тела. Так что может лучше стать поэтом и не танцевать, а петь об этом. В этом трудно признаться, как нелегко от земли отрываться. Как мне легко от земли отрываться, и все равно. Полет закончен. Счастливого пути. Изумительное выступление. Ведь это же была одна из главных претендующих на победу пар сегодняшнего дня. Максиму нужны одни шестерки, чтобы попытаться обогнать Повелоса Ванагаса, а Яне Хохловой нужны одни шестерки, чтобы опередить Татьяну Навка. И вы представляете, волнение не сказывалось, они так откатали. Просто оторвались в этом танце. Максиму удивительно идет эта форма. Яна шикарная, танцевальный дуэт замечательный, показали дорожки, поддержки, даже кусочек из оригинального танца. Просто настоящий танцевальный вид показали. Здорово.